Ноги в стороны! Все, поднимаемся. Олень, поднимаем, встаем. Где ваша комната? Пойдемте. Я размещал в сети интернет радикальные угрозы в адрес представителей власти и президента Российской Федерации. Вину свою признаю и раскаиваюсь. Суд приговорил признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которого назначено наказание лишения свободного срока 3 года и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационных или коммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, на срок 2 года. В совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего наказания, значит, путем частичного освобождения назначенного наказания в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений иных материалов в информационных или коммуникационных сетях общего пользования, участие интернета срок 2 года и 6 месяцев.